В столице дезинфицируют такси. Перед тем, как выйти на линию, администрации ряда служб требуют, чтобы водители обрабатывали машины антибактериальными средствами как снаружи, так и внутри. Новые меры проверок введены и для них самих. Урматору! Дезинфектант, который мы не летали. Далпыла лук везут, пати калатору, чаришел не вой, оферте рок шилой. Так, один за другим, порядка 300 водителей местных служб такси теперь начинают свой рабочий день. Перед тем, как выйти на линию, помимо ежедневного алкотеста, шоферам измеряют температуру, выдают ежедневную норму витамина С и дезинфектанты для рук. В общем, делают все, чтобы удостовериться. К рабочему дню готов. Температура корпului нормală pentru orice persoană este de la 36 până la 36,7. Mai departe, deja la 37, înseamnă că este un disconfort în organism. Dacă temperatura crește, clar lucru recomandăm, se duce la medicul de familie, urmează tratament. Из этого кабинета водители отправляются прямиком в автопарк. Там они приводят в порядок и сами автомобили. Влажную уборку автомобилей каждый водитель проводит концентрированным дезинфицирующим средством. Через каждые 5-6 машин его меняют. Ручки дверей, салон автомобиля протирают ежедневно. Ну и мойка по графику. Чтобы пассажиры также были застрахованы, что у нас все продезинфицировано, во всяком случае, чтобы они были спокойны, что они у нас садятся в машину, и машины всегда чистые, проветренные. Меры профилактики проводятся по внутреннему приказу администрации служб такси. Так, каждая фирма обязана провести дезинфекцию своих автомобилей. В этой службе, например, внутри и снаружи машины брызгают дезинфицирующим раствором. Машины обрабатывают, но вот возить в них скоро будет некого, сетуют водители. Уже до ieri sau în школе, grădinițele, universitățile, vedem că gările sunt pline, studenții pleacă acasă și cred că lucru va scădea. Dimineața aceasta s-a observat, a fost o scădere, putem să spunem, рапорт 70-80%. Лилиан Чеботарь в службе такси почти 10 лет. За это время он с комфортом довез тысячи пассажиров. Непредвиденный отпуск мужчине не по душе. Перманент дук дискутику диферит персоналитет. А мы пассажиры сон фарти диферит, дучам ще ден министерия, ще ден прокуратура. Ну, есть абсолют, есть фарти, фарти рыж. Кред, когда во фи тата зи ваша, коллеги ворбенд, да, мульти... Вот скрие речери ден конт проприо. А некоторые конца дня ждать не стали и уже положили заявление на стол. Астазла момент димняться, ам шас черди, кончери дин конт пропли. Пына ситуация опциона стабилизезы и остая каса. Приказ о дезинфекции и дополнительных мерах профилактики администраторы служб такси издали 9 марта.